местом в самолете, мне случайным образом повезло. Друзья, я прилетела в аэропорт Махачкалы, вызвала Яндекс.Такси, оно сейчас должно подъехать, жду. Ну что, номер? Заходим, смотрим номер. Здравствуйте. Ну, простой такой, чисто. То есть это не, конечно, не шик-блеск, но вполне себе ничего номер. Так, на что там у нас виды? Неплохо, это мне нравится. Надо, наверное, открыть окошко. Нет, пока не могу я открыть окошко. Кондиционер есть. Так, прибыла я сюда где-то в районе, туалет, 15:00. Яндекс.Такси меня благополучно довезло. Так, санузел с феном, раковиной. В общем, все есть. Так, выхожу из отеля. Надо пообедать, хотя время уже такого обычного настоящего ужина. Но тут по периметру кафе много. Сейчас куда-нибудь присяду. И отель этот называется «Лорд». Это 3 звезды. Такое скромное-скромное заведение. Вон там, видите, по периметру Каспийское море и горы. Это Россия, ребят. Так, я поднялась на веранду. Представляете, какая красота? Открывается на горы, на Каспийское море. Я вообще еще сегодня рассчитывала даже покупаться. Хотя это была такая наивная мечта. Сейчас посмотрим. Очень такое красивое местечко. И да, ребята, мы с вами в Махачкале. Чем-то напоминает Турцию. Ну, во-первых, горы. Во-вторых, море. В-третьих, все-таки национальная одежда часто встречается у местных женщин. Это пока мы проезжали на такси, очень много там женщин именно в платках ходит. Я пока людей толком и не увидела. Мы пообщались с таксистом местным, бывшим военным. Очень дружелюбный, многое рассказывал, пока вез. Рассказывал о достопримечательностях и говорил, что Дагестан не стоит бояться. Здесь больше дружелюбных людей. Ресторан «Сыроварня» итальянский. Я села сюда прям просто на выходе из отеля, потому что, ну, честно говоря, проголодалась. Обеда еще у меня не было, а времени сейчас я посмотрю, даже 17:15. То есть это сейчас мой обед. Ну и ужин заодно. Хорошее такое местечко. Там вдали горы, но правда то, что снимает камера, не передает все эти прелести. Самолеты летят вдали. Хорошее современное место. Таксист, пока меня вез, сказал, что Махачкала такая более суетливая, современная. Ну, я хочу и посмотреть все. Вам цены в кафе в этом. Ну, в общем, все понятно. Здесь европейское меню, и я что-нибудь сейчас из европейского отведаю. Спасибо. А вот мне принесли греческий салат. Так, это моя дорада прибыла. Друзья, у меня сегодня вообще крайне мало времени отведено на Махачкалу. Вот иду по улице, успела только зайти в ресторан. Иду по улице, смотрю на здание. Оу, памятник. Махачкала. Сыроварня, ресторан, сырная лавка возле моей гостиницы. Очень понравилось заведение, вкусно. Ну, здесь, правда, итальянская кухня, и так стильненько сделано, и на берег выходит. Цены, ну, как в Москве, я думаю, что. Что хочу успеть сегодня? Сегодня хотелось бы успеть купить какие-то там подарки, сувениры, потому что не знаю, предоставится мне такая возможность или нет. Вот, хотелось бы, пока еще не по темноте, пройтись по Махачкале. Я понимаю, что это наверняка не мой последний визит сюда, но так как я приехала достаточно поздно, хотелось бы больше обозревать. И, ребята, здесь только Лада Калин, Приор. Прям просто
бальзам на душу АвтоВАЗа. Приора и Лада Калина. Здесь они есть. Захожу на территорию какого-то парка на берегу. Пройдусь. Здания советские. Прям такие советские-советские. Но узоры на них с восточным орнаментом и колоритом. Так, это парк. Иду по проспекту Петра. Мы когда ехали, таксист сказал, что вот прямо по курсу памятник первой учительницы. Сейчас мы к нему как раз подойдем и посмотрим, что за памятник. А вообще так розы, да? Розы в парке, цветочки. Гуляют с детишками. Ну и колоритный, да? Отличается, конечно. Отличается, но это тоже Россия. Так, друзья, мы с вами прибыли к Джума-мечети. Вот сейчас пойдем туда. Она уже начинает подсветкой гореть. Совсем не праздный вопрос, как одеться в Дагестане. В Махачкале женщины одеваются совершенно по-разному. Но для себя я решила, что буду уважать традиции. Решила надеть платье в пол с длинными рукавами. И чтобы самой просто было комфортно гулять по городу. Про мусульманскую одежду мне рассказал опять же второй таксист, которому задавала вопросы. Он сказал, что в советское время одевались в обычную одежду, но позже из того же Стамбула пришла мода на именно мусульманскую одежду. Тоже развею еще один миф. Женщины здесь спокойно гуляют и поодиночке, потому что Махачкала – спокойный, тихий город. Про такси. Благополучно ловится наше Яндекс.Такси, и можно из любой точки. Я вот перемещаюсь по местам. Именно сейчас на Яндексе из аэропорта меня встретили. И вот сейчас до мечети доехала на Яндексе. Отлично. Это я приехала посмотреть на маяк, но, к сожалению, на него нельзя было никак попасть. Но я встретила чудесную женщину, с которой мы прошлись и о многом поговорили. Это вот площадь, да, красивая. В том парке тоже. Здесь вот это. И дальше у нас там парк тоже хорошо. Это центральная площадь Махачкалы. Мне сейчас попалась очень интересная женщина. Мы с ней, наверное, около часа разговаривали. Она мне все рассказала. Она здесь живет, Белла. Очень приятная женщина. Она преподает здесь. Я не стала уже там, да, задавать много вопросов. Но видно, что человек связан с культурой. Вот она мне рассказала, куда идти, что смотреть. Прям так до мурашек, когда вот такое, таких людей встречаешь. Я прямо сейчас вот иду, чуть не плачу от умиления, потому что это прям так трогательно. Такие участливые, такие добрые, такие интересные. Она мне много-много рассказала, куда идти, что смотреть. Вообще в восторге. Вот, а люди тут вечером гуляют. Министерство внутренних дел. Вечерний. Читайте имена на обелисках. Без громких слов подумайте о них. Не потому ли живы вы на свете, что их сегодня больше нет живых. Фазу Алиева. Живущие на земле. Имена.
то есть такая это аллея почета. Почему-то дежавю случилось, и вот именно эта улица, вот не поверится, какая-то аналогия с Будапештом. Зашла выпить водички и лимонада из одного тыквенного супа, заведение, которое называется «Веранда». Итак, у нас стартует первый экскурсионный день. Смотрим, у нас не получается уже понять, как вы это смотрите. Мы очень часто бываем на локациях, и есть очень впечатлительные люди. Они просто едут, и ты думаешь, вот бы мне твои глаза. Есть сероводородные ванны, такой санаторий Долги. Он у нас прошлого века, там с 1923. Это водохранилище местное. Красота неописуемая. Отгадайте, привезла ли я домой папаху? Далее мы приехали, чтобы прокатиться на лодке по Зеленому каньону. Сулакский каньон в Дагестане не только потрясающе красив, он еще самый глубокий в мире, самый крупный в Европе. На реке Сулак стоит также сразу 3 гидроэлектростанции. А мы и на смотровых площадках побывали, и на каньон посмотрели, и на лодке тоже проехались. Идем сейчас смотреть очень красивую горную местность. Птички поют, слышите? О, я в восторге, ребята! Я просто в восторге! Ух ты! Видите, что тут творится? Что за красота? Просто невероятные места. Вот это да! Вот это да! Ну, спуск здесь такой, конечно. Можно кубарем скатиться. Надеюсь, что спущусь. Виды, конечно, просто потрясающие. Это очень красиво. Нас привезли в ресторан «Кавказ», чтобы пообедать. Ну, как-то так. Thank you.
комплекс Тубинов. Мы сейчас пообедали в ресторане «Кавказ». Это туристический комплекс, там у них рестораны, развлекательные, всякие мероприятия, гостевые домики для семей. Мы в ресторане «Кавказ» обедали. Рыбкой покормили. Все было хорошо. Чаечек попили местный. А теперь пойдем посмотрим вот этот вот весь комплекс. Красивый дом, Кипал. Красиво. Тут отсюда можно прыгнуть и искупаться. Ой, красота какая. Уже произошел мои ожидания. То есть я видела фотографии, я видела глазами, это совершенно другая ситуация. Так, тут мостик идет. После обеда прогуляться по таким видам. Красиво, красиво очень. Вот я иду по комплексу «Главрыба». Так вот там, смотрите, на этих катерах экстремально водят и катают людей. Очень живо так все. Ну что, пойдем к ним, поднимемся. И зоопарк, и суши-бар, зиплайн, гостевые дома, тир. Суши-бар, суши-бар. То есть есть все. Да, я поел. Для отдыха. Друзья мои, села на колесо обозрения. Здесь такая кабинка, которая поднимается вверх. Вот. 200 рублей стоит. И сейчас посмотрю на виды Дагестана с высоты колеса обозрения. Здесь такое креслице, которое крутится. Ну что, друзья мои, круто. Это просто очень-очень круто. Сейчас еще такой вечерний ветерок подует. Вообще сегодня очень жарко. Мы так все немножечко подкоптились на открытом воздухе. Жарковато. Вот. А сейчас вот из этого окошка, вот из этого, дует такой ветерочек приятный. И открывается классный вид. И вот тут тоже окошко есть. Мы можем посмотреть на другую часть Дагестана. Бах-бах-бах. Круто вообще. Там бассейн детский, детишки плавают, я смотрю, в этом комплексе. То есть есть все. Людям говорят, приезжают сюда семьями, которые местные люди живут, и отдыхают. А вот там даже животные, я вижу верблюд, корова. То есть есть все. Так, это мы едем на колесе. Качает. Мы собираемся все выше и выше с вами. Поднимаемся и полим те орлы и те чайки, которые сегодня видели в обилии в горах и вообще вот сейчас на водоеме. Вот такой чудесный край горный. И это место находится у нас в России. То есть я когда говорила, что собираюсь в Дагестан, некоторые люди крутили у виска пальцем и говорили: «О, Дагестан, это же так страшно!» Но на самом деле местные даже уже смеются. Даже гид сказала: «Все, сейчас повезем вас на кирпичный завод». То есть они сами над этим смеются. Понятное дело, что там какие-то 90-е годы было опасно везде и во всех городах России. Но радует то, что мир меняется и все вокруг меняется. Сколько роз. Какая красотища невероятная. Сколько здесь роз красивых. Надо понюхать. Здесь сколько роз красивых растет. Все зеленые горы. А вот еще розы. Невероятные.
А там дальше сколько цветов, я вам сейчас покажу. Здесь, конечно, очень красиво. Новую гостиницу, турист называется. Вот лифт, захожу и еду на 4-й этаж. Почему я заселяюсь в новую гостиницу? Я вчера приехала, остановилась в Махачкале сама, а сейчас я уже в составе тургруппы. У меня номер 403. 409. Не туда, а вот сюда куда-то. 5-й. 3-й. Позиция у нас рум-тур. Так, заходим. Раз. Душно. Ну, скромненько. Ну, все есть. Ой, какой у меня огромный стол. Окно. Холодильник. Приборы, лампа. Так, пойдем в санузел посмотрим. Так, это не там свет включается. Входим в санузел. Тоже все просто, но все есть. Ванна мини. Бочка местная. Кефир есть. Я хочу взять вот чабан 2,5. Этот. Он стоит 95 рублей. Есть еще кавказский долгожитель. Это тоже 95. Мне просто почему-то пластиковая упаковка, простите, мне больше нравится. Так, сейчас посмотрим дальше. В это заведение Хинкал, Гранд Хинкальное. Посмотрим. Зашла я в заведение Хинкал Бразерс. Здесь местную кухню нам порекомендовали. Так, что здесь есть? Это завтраки. Вы можете это поставить на паузу. Далее у нас завтраки. Это горячее блюдо. Я сейчас выбирала меню не из разряда то, что я, допустим, ем обычной жизни, а наоборот, то, что я обычно не ем. Хинкалы, разные виды, и что замечательно, здесь есть фото блюд. Это курзе, супы, лагманы всякие. Ой, вообще, конечно, есть сейчас, хочется очень сильно. С баклажаном, с киноа, свекла, овощи, из муки, мучное блюдо. То есть очень калорийно все, очень. Разные вариации кофе. И я заказала имбирно-брусничный. Мне просто сочетание имбиря в чае нравится. Десерты я сегодня решила пока не брать. Это брусничный чай с имбирем, который я показывала. Аварский Хинкал с бульоном. Сейчас я полью это соусом, а потом запью бульоном. Вот такие булочки. Булочки с мясом и соусом мацони. Я их с собой возьму уже, потому что это невозможно съесть. Это манты. А мы начинаем следующий экскурсионный день. Он тоже предстоит нам насыщенный. Ой, какая красота. Ощущение, что перезарядка была долгая, и нужно было, если стрелять, то все вместе. Куда тогда попадем? Не просто так говорим. Пуля дура, штык молодец. Потому что раньше точность пули была, оставляла желать лучше. И время перезарядки сократить сильно. Это привело к большому распространению порохового оружия. Это когда швейцарские наемники с этими самыми пистолетами, можно сказать, символически уничтожили рыцарство. Но раньше они всю историю занимались тем, что делали оружие. Само название кубачи – это кольчужник. И кубачинцы быстро переняли технологии изготовления этого самого пистолетов. Смотровых площадок в Дагестане с потрясающими видами достаточное количество, и мы посмотрели несколько из них.
Это у нас вынужденная остановка, мы остановились. Решил воспользоваться и показать виды, которые здесь. Это была долгая дорога по горной местности, под рассказы гида. Шесть туда и шесть со мной. Ой, как кошку. Извините. Это мы движемся в сторону заброшенного села. Так, идем мы. Крапива, в горы. Не суши, тогда несу воду и не фото. У вас увеличится нагрузка на бедра, на остальные мышцы, и спина не будет болеть. Главное время. Я вчера здесь был. Поднимаемся в горы. Поднимаемся к заброшенному селу. Вначале нас на джипах довезли, а теперь идем пешком. Потому что вот какие дорожки. Нам повезло, солнышко у нас закончилось. Типа вот здесь. Ты молодой? Не понимаем, вышли где-то оттуда. Вот так вот я дышу хорошо. Ой, шли мы. Дофига. Он оттуда. Вот так вот прям, да. Итак, заброшенное село Гамсутль находится в Дагестане, в горах на высоте 1420 метров. То есть высоковато. И это вы слышите по нашему дыханию. Получил базу. То есть вы витаминизированы? Да, да. То есть вы так каждый день вот ходите, да? По горам. Да, но здесь я больше 50 раз. Я уже сбился с чего-то, можете больше. За 4 года. Бывало, что подряд несколько дней в одной и той же программе. Супер. То есть тут физическая подготовка, просто олимпийские чемпионы. Ну, не сказать, здесь места более. Все, остаемся здесь на пикник. Тут можно шашлыки делать. Можно даже прилечь в травку. Гамсутль в переводе с местного диалекта означает «у подножия Ханской горы». История села Призрака начиналась 6 тысячелетий назад. Сравнительно недавно, в 70-х годах 20 века, почти все местные жители покинули село. Единственный оставшийся и доживший в этом селе по одним источникам до 2015, а по другим до 2016, оставался один единственный житель этого села. На самом деле, здесь не покидало ощущение грусти. Во-первых, потому что все естественным образом разрушается и не восстанавливается. Это во-первых. Во-вторых,
а нету надлежащей охраны этого села. Часть предметов быта местного населения была просто разворована, по кирпичикам все увядает, и очень-очень грустно становится, что, возможно, мы это село в дальнейшем и не увидим, если не будут предприняты какие-то меры. Ой, а там балкончик его. Правда. С этим резным орнаментом, там на арабице написано были инициалы, здесь год постройки, было этот, золотое сечение, там шестиугольник сверху, и очень красиво все. И вот... Деревянная зернотерка была, ее, видимо, украли. Туалет. Сохранить. Сумочка у нас дорогих нет. Вот это со спинками. О, да, у моей бабушки они. Дом. Это же вот прям... Зара висит. Да. Короче, растаскали, украли, я не знаю, зачем кому это нужно было. Вот, а здесь раньше хранили... Эти перекладины хранили, сушили траву. Здесь сушилось мясо и колбаса. Вот. Успели поесть на хинкал, да, с колбасой? Не надо приехать. В Дербентском районе. Только там. Вот там. А вот там все засажено виноградом. Ехать будет. Это террасы, которые созданы их собственными руками. Много поколений строили их. А потом, естественно, села уже покинули. Так как мы едем в Дербент, где находится винзавод. Завод, конечно, хим. То мы проезжаем сейчас в данный момент виноградные лозы. Вот они в обилии здесь растут. Итак, следующий день, и по плану у нас Дербент. Либо в честь любимой жены или дочери одного из правителей были названы ворота и сама крепость. Как вы пришли, сразу тюрьма, да? Это у нас малый зиндан. В переводе означает каменный мешок, камера предварительного заключения, где узник ждал своего приговора. Но это как ЭПЗ или СИЗО, да? Приговора было три. Первое – помилование, второе – казнь, третье – перевод в большой зиндан. Но мы к нему позже вернем. Административный аппарат управления 18-го года. На втором этаже были парадные приемные помещения, на первом – судилище диван хана. Диван в переводе означает суд. Ну, хана – это уже как суффикс, дали хана. Через это окошко судья говорил приговор подсудимому. То есть особо таки не церемонились, да? Потом скажу почему. Итак, персы, русские, арабы, хазары, кто еще там, а? Ну, все наши племена. Кавказская Албания – это мы, если что. Почему это 27 племен. Ну, потому что там Албания, фантазии нету людей. Албания – значит белые люди, свободные люди. Поэтому и там Албания, и здесь тоже Албания. Ну, вот эти лезгины, табасаранцы и так далее – это наши предки. Тюркоязычная группа языков. Тюрки, вот эти хазары – это тюрки. Турки здесь тоже были. Персы, отдельные иранцы, отдельные азербайджанцы – тоже наши предки. Азербайджанцы, кумыки и так далее – тоже. И мы испокон веков до сих пор здесь проживаем. Вот так. Ну да, и китайцы здесь тоже были, торговые пути проходили. Только афроамериканцев не было, они сейчас появились. В этом городе жили правящие династии. Соответственно, располагались дворцы. Около 7 дворцов насчитывает эта крепость. Ну, в разный период времени. Чтобы крепость захватить, надо ее разрушить. Поэтому на месте одних дворцов строились другие дворцы. Нам известно только о последнем седьмом. Статуи, это кронштерны в виде драконов, были привезены сюда специально из города для украшения.
украшение входа. Тоже древний 19 век. Драконы – мифологические существа, охраняющие золото, принадлежали домам богатых людей. Эти принадлежали дому губернатора Гагарина. Был художником, поднялся до губернатора. Радостно. Это башня. Ну, сейчас там магазин, но не ведущий на второй этаж. Двухэтажное здание. Вот чтобы вам было ясно, что такое Дербент и что такое дворец в Дербенте. Дербент, ну, в основном, больше всего здесь правили персы. Шимаха. Ширван как Москва столица, Шимаха как Петербург, а Дербент это выгодный опорно-стратегический пункт. Так что завоеватель пришел, наместника оставил и пошел дальше. Так что таких прямо громадных дворцов не было. Только в 6 веке было и в 18. Наследниками престола могли стать только сыновья от официальных жен. Если они умирали, потом уже от наложниц. Естественно, тех сыновей убивали. Интриги, заговоры, травля, все включено. Если сын доживает до совершеннолетия, да, принц, и он мог пойти на войну, там тоже умереть. Но перейдем к веселенькой части, да? Кто этих наложниц выбирал? Наложниц выбирали евнухи. Надеюсь, вы знаете, соткой. Большая и белая женщина. Белая, потому что она особо из резиденции своих, из дворцов не выходит. Загар не получает, не работает, значит. Большая, значит, она хорошо питается. Богатая, значит. А если у нее широкие бедра, это вообще шикарно. Это значит, что она плодовитая. Ну, если ты тощая и загорелая, это значит, что ты с утра до вечера пашешь. Беднота и не камильфо. Но женщины себя до такой степени, как в Америке, не доводили, да, фастфуда не было. И они таки держали себя в форме путем 5-килограммовых украшений в ханской канцелярии. Видите, сюда, сюда, сюда. Интернета и чипсов не было, люди ходили пешком. Мы могли на конях поскакать, пустить стрелу. Патриархат никто не отменял, в зависимости от того, какую свободу даст им правитель. В Дербенте были такие правители, которые давали 18 век. Здесь топтали виноград. В это отверстие стекал сок. Вот этот вот сосуд, он находился под землей. Отодвигали камушек, черпали сок и в погреба для дальнейшего брожения, превращения в вино. Вот так мы все и спились. Сюда не все заходят. Только с экскурсией. Добро пожаловать. А можно сюда, да? Да, вперед, вперед. Ой. Водохранилище.Ователи, дефис, диктаторов. Я говорю, диктаторы все на одном лице. Одним из которых был Тамерлан. Монгол, который против своих же монгол пошел. А Тамерлане шла вот такая фактическая молва. Мол, если ему какой-то город или деревня не покорятся, от этого места ничего не останется. Сплошное пепелище. Тамерлану нужно было захватить город Дербент, чтобы другие земли завоевывать. Об этом узнал наместник, правящий здесь тогда. Наместника звали Ибрагим I от Дербентей. Он знал, что силы не равны и по-любому ему хана. Поэтому послал письмо Тамерлану, где пригласил его в гости для мирных переговоров. Но, как известно, у каждого завоевателя большое эго, и он хорошенько ему там польстил. Но, видимо, хорошо польстил, раз Тамерлан согласился явиться в город Дербент. Но Ибрагим не хотел встречать его здесь, потому что знал, что Тамерлан мог подослать шпионов. Они могли узнать, как добраться до этой крепости. А это проблематично, учитывая наши лабиринты Магалы. Поэтому Ибрагим решил встретить Тамерлана у города, не доходя в шатре Тамерлана. Ну, знаете, войска идут, разбивают лагеря, шатры. Еще проходим туда. Сидит такой Тамерлан на своем походном троне. Рядом с ним удостоился чести сидеть Ибрагим. Ну и там массовка, да, рабы и стражники. Мало польстить Тамерлану, надо же еще умаслить его. Поэтому Ибрагим приказывает вот так вносить в шатер дары. Всего по 9. 9 сундуков золота, серебра. 9 наложниц, танцовщиц, вот так танцующие входят в шатер. Караван из 9 верблюдов, на каждом верблюде по всаднику. Всадник это раб, тоже подарок Тамерлану. Сидит такой Тамерлан, думает, мол, все, заключим мир, будем воевать против монголов. И тут видит, последний верблюд ходит в шатер без всадника, без раба. Ну и все. Ему нанесли оскорбление, он гневается, встает со своего трона, мол, что за дела? Ибрагим бросается ему в ноги и говорит, не гневайся, умилостивый правитель. Поднимается с колен, подходит к верблюду, садится на него и говорит, 9-м твоим рабом буду я. Вы поняли? Это был план сон. Либо направо, там у нас баня. Где баня? Где тенек? Ну, слава богу, идет. А то сплошная смерть и подхалимство, да? Это у нас баня. Уникальное сооружение 16 века.
уникально состоит в том, что до сих пор неизвестен секрет ее топки. В городе есть древние бани, даже древнее, чем это, секрет топки которых известен, а вот это вот нет. Сейчас скажу вам самую вероятную вещь. Под баней находился большой котел с водой. При помощи специальной печи она нагревалась. От котла уходили трубы, ведущие внутри стен. Пока остановимся здесь и спиритусь. Давайте они тут рассказывают. Я дополню. Ну, посмотрите, серия великолепного века с платьем. Все то же самое. Изнутри все было белым, мраморным. И мужчин тоже готовили. Это была вообще-то традиция мальчишников. Шли они в бане с мужиками. Там у них ходят банщики, бродобреи, массажисты. Все включено. Вечером уже накрывались столы, они со своими друзьями кутили, праздновали, а на следующий день свадьба. Ну а девушек не так. Девушек надо мариновать, да? К замужеству девушку готовили две женщины со стороны невесты и жениха. С утра они шли в девичью баню. Пока ее голову помоют, 100 лет пройдет. Длинные волосы, в качестве шампуня, куриные яйца, отварится. В качестве ополаскивателя уксус. Ну, чтобы кончики не секлись, еще всякие масла. Фена не было, и надо было целый день ждать, пока ее волосы высохнут. Протирали полотенцем, делали косичку, и чтоб все это дело не разило, благовониями проносились по ее косе. Пилинг тоже был, и до сих пор вот в этих банях есть. Надевали специальную перчатку с ворсинками, называется кисе, и терли, лишняя кожа уходила, омывали ее, ну, массаж, другими такими. О, депиляция. Только хотел спросить. Ну, шугаринг. От слова шугаса. Ну, это с турецких гаремников пошло. Ну, это когда пошло. Это пошло в 14-15 века. А что, до этого все волосатые ходили, что ли? Нет, конечно. Использовали вонючую глину. Вообще у меня такое дежавю с Турцией почему-то, то есть крепость, турецкие традиции, то есть такое, да? Понятно, что здесь и арабы были, и турки были, и кого только не было. На территории крепости есть музей, по которому мы с вами слегка пробежимся. Еще мы немного прошлись по старинным улочкам Дербента. Там уже другой Дагестан. Он отличается от Махачкалы и заброшенных сел. И продолжаем пробовать гастрономический Дагестан через местную кухню. Давай сюда. Здесь тоже купаются? Да. А что вы не сказали? Мы купальник взяли. Ну, здесь не пляжное место, там грязновато. Да? Прямо по курсу единственный в мире краноплан. Сохранившийся экран план. Он был разработан в 1970 году нижегородцем Алексеевым. Берег Каспийского моря оставляет желать лучшего. То есть тут водоросли, чистоты тоже нет. Это неофициальное место для купания. То есть туризм купальный, ну, не сюда. Сюда, то есть, за купанием нафиг не стоит. Сувениры мы приехали сюда. Здесь керамика представлена, посуда, всякие магнитики, папахи,
Серебро. Посуда. Ножи. 1600, 2600, 3800, 3400. Вазочки. Керамика. Если бы место было в чемодане, я бы какую-нибудь такую, такие кувшинчики приобрела. Но, увы, нет.